Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие иркутяне и жители Иркутской области, от всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мы свято чтим светлую память героев, которые ценой собственных жизней, собственного здоровья и самоотверженного труда отстояли независимость нашей Великой Родины и подарили каждому из нас свободу и мирное небо над головой. Доблестная воинская слава, стойкость и мужество наших предков являются опорой и великолепным примером для современного поколения, на долю которого выпала, может быть, не самая легкая, но очень важная миссия по отстаиванию национальных интересов Российской Федерации. От имени всего 20-тысячного коллектива Иркутского государственного университета путей сообщения я благодарю ветеранов и тружеников тыла за их великие подвиги и каждого российского солдата и офицера, которые сегодня выполняют с доблестью поставленные задачи перед ними. Верховным главнокомандующим Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в рамках специальной военной операции. Светлый праздник 9 мая я желаю каждому крепкого здоровья и благополучия, а нашим дорогим военным скорейшего возвращения домой к своим родным, близким, семьям, здоровыми и невредимыми, а самое главное, с великолепной победой. Пусть каждое 9 мая для каждого из нас служит напоминанием о том, что даже в самые сложные времена силы единства наших народов могут переломить любое зло, и что мир и свобода являются для нас самыми главными ценностями. С праздником!